Что у нас по пику? У нас два милишника, пидрывник и медик, да? Да. Я технарь. Я технарь. Я технарь. Я технарь. Вот этот завод. Полностью Ctrl-C, Ctrl-S японской карты я прям выжил. Даже лого тоже. А, в Америке. Может, это японский завод в Америке. Там написано Америка. Там написано Xbatsu, который был в... Да, Рилле дописали просто... Слушай, реально не дописали Америка, это американский филиал. Что за хуйня? Комсцена? Комсцена. У меня просто застыло катсцена. Ну и хуйня. Угоните конвой. Without backup? Don't worry, Mia. If you're smart, you'll make it. Ты что, сейчас болен был? Ты что, твой персонаж заболел моего? If you smart, you make it. Хуя, блядь, слышишь, базарит. Женщина голая, блядь. Hey, railroad tracks. We could follow those to Tempe. Head west. Вас тоже подлагивает, не? Нет. Не подлагивает. Ну, если хочешь, можем пересоздать настройки. Вообще, пинг как будто у меня аж 180, нахуй. У меня 40 пинг, все нормально. Что, пинг в десятках это измеряется? А, ну если серьезно, то я не знаю. Если хочешь, что люди просто пониже сделать. Цитата хоста, да? Пинг в десятках измеряется. Да, да. Так что, ребутнем или пойдем? Решите просто, пока мы... Не-не-не, идем, идем. О! Забирать блат. Хазментом. Я разрешаю взять эту аптечку. Ой, навоняли, фу, уходим нахуй из этого помещения. Так, а как помещать противников, кстати? На Т, не знаю, наверное. Попробуй Т. На арабскую. Я просто урон увеличиваю. Если ты урон увеличишь, у тебя автопометка должна быть. Подожди, подожди, нам туда, ну стой, 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 пошлите все к Феде там, вот, ну, в смысле, рассредоточьтесь и полутайтесь. Здесь никого что... нет, блядь. Я пока его настройки поменяю. Двухстволка, сигнальный пистолет. Сигнальный пистолет, круто. У меня есть пробивной заряд, если что, в кармане. Угу, здесь есть чумодай. Я бы мог забрать. Я один же слот максимум, правильно? А, чего? Под что? Под оборудование. Да. А, ёпт, у меня всего один клеймор. Ебать, это не дело. Так забери тогда, ты же, по идее, больше должно быть. А, на колесико у меня есть еще эта граната маскировочная. Пошлите. Но она одна. Критические ситуации. Угу. Ну, у меня Steam тоже, если что, дает на 5 секунд маскировку. Если хуярю в миле, тоже иногда могу себе делать. Тоже иногда могу, да, похуярить в миле. Когда хуярю в миле. Хорош. Бля, их двое, парни. Ладно, пускай собьет кого-то из вас. Или так. Ну смотри, вы не добейте, он ползет. Да это он по инерции просто, мышцы зажимаются от разряда тока. Плевало. Вот, смотри, где-то еще не понял. Ой, это вот этот джаггер уже, осторожно. Ладно, пока стим не трачу. И патроны закончились.
Возможно, не стоило зажимать в труп. У вас, если что, первые несколько патронов в магазине разрывные. А, вот что на желтом светится. Ну, мне еще там по свои перки на зажигательные патроны. Значит, я разровну зажигательный патрон, пиздец вообще, нахуй. Пиздец вообще. Взрыв. Пиздец вообще, нахуй, блядь. Вот тут пулемет возьмет кто-нибудь, который третий слот? У меня есть, да, на третий пусть слот. И у Гриши есть. Забирай пока. У меня пустой, у меня вообще ничего не есть. Патроны и какая-то, не знаю, пукалка какая-то. Не качал ни разу с ней, не бегал. Это, блядь, со Второй мировой. А килкам тут есть? Килкам? Ну, не килкам, как их показывают, кого убить. Убили вообще. Кого убили, мы видим? Ну, спешлы. Кто тебя убил, не видно. Ты нормально догоняешь? Угу. Ничего же не было. Все вместе спускаемся, вы когда вот так спрыгиваете, ну, чтобы кто-то нормально сзади один там не остался, то потом хуй поможем. Да, я говорил. Смотри, Гриша взрывает. Услышал Хантера. Mm-hmm. Аптечка. Я забираю аптечку? Mm-hmm. Нет. Уже забрал. Забрал. Сказал же нет. Ты нахуй, ты же отрезал. Я хотел похилить сейчас и взять, ну ладно. Тормози, Нарси. Че, идем? Да. Это мина, что ли? Арсюх, спешишь сильно вперед. Нет, просто свет красный. Вот бы здесь поезда еще проезжали, как кто-то. Пробивной заряд. Зомби такие, наполненные зомби поезда, да? Он потом врезается, да, разбивается, да, и из него куча зомби за тобой гонит. У нас уже три пробивных. Четыре пробивных. А, все нормально? Пробивать негде. Мы как в Rainbow Six уже можем все что угодно пробивать, просто проваривать. Something here. All right, everybody here. Check mags and bandage wounds. We need to get moving. Ой, там этот джаггернаут. Трубы хотел ёбнуть, ну ладно, как будто в помещении не стоит этого делать. Чем ты думал? Не подсказал кто. Я полный. Да никто не берет вот эту штуку, да? Не, я полный. Ну, плать не нужно? Mm-mm, я полный. Я могу просто пострелять вас и забрать, но смысл. Тут просто еще вот одна. Что еще не могу одна подняться? Как вы вообще поднимаетесь? Пробил. На спринте получилось. Не, по лестнице, лол. Она мне сюда, чё? А, ну Гриша. Я просто ищу мод. Ботинь яркий, нахуй, только слепить можно людей, ты аккуратно. Кстати, есть? Да. Ну там три чейпа у нас, так что не. Так что не стоит стрелять ни в кого из тиммейтов. Ебанет, но в Новиграде видно не будет. Упс. Просто у нас еще это разрывные в кармане первые патроны. Как раз по сути не стрелять. Понятно, кто засирается. Если так подумать, рели руинит же, да? Думаю, нет, они с глушителем не триггерятся. Вот там кто-то пикает. Чего? Как он за моей спиной оказался? Как-то не дослучается, когда идешь вперед.
ебать. Дефаться будем. Очевидно, справа. Очевидно, вот оттуда могут слева пойти. Короче, бля, я не знаю, выглядит так, как будто с любой стороны не могут пойти. Возможно, так и будет. Ну, надо где-то пробить что-нибудь. Взрывать есть. Ну, тут хуя бричи, да. Если увидите, скажите, да, я тоже. Может, это ошибка, то, что мы все ебаем? Может, там дальше будет 10 дефов? Блять, я вообще отсюда выйти не могу, я тут мне пиздец вообще, полная жопа. Идите ему кто-нибудь. Я не вижу вообще где-то. Я вас даже вижу, его не вижу. Я сказал, что не может выйти. Да, Рили Гришу не вижу просто. Да я вижу сейчас. Можно похильте его. Да нет аптечки. Так что хильте кто-то. Хантер? Да хилю я себе. Да, ну, сука, я тебя слышу. Труба есть. Все весь деф нашли? У нас, кстати, на этой сложности миникарта есть. Просто по миникарте смотрите. Сел сверху. Спасибо, что уточнил. Блять, я же знаю, с кем я сижу. На других мониторах, блядь, смотри, нахуй нету. Наёбывай, блядь. Ну вот этой функции, кстати, реально не хватает во многих играх, карту выводить на втором моне. Почему никто не догадался? Я думал, голосовое сопровождение, где именно появится мне карта. Такой Ctrl, знаешь? Ну да, ты, короче, бидишь кнопку, у тебя включается голосовой помощник, и такой, так, посмотрите, налево, вверх. У тебя что-то с тобой-трекером, комбинится, такой, дебил, на 3 сантиметра выше. Ну нихуя нету, короче. Да все, мы готовы дефаться, я уже по миникарте так уж очевидно. Нажимайте ебучую кнопку. Я на крыше позицию занял. Блять, а мы вообще тут сами себя не заморвали такими, блядь, с клейморами. Залезайте наверх просто, нормально все. Тут не достанет. Я нажимаю начать бой, если что. Я не знаю, как наверх. Я начинаю бой. Вот тут лестница сзади. Стреляй, я буду проверить. А, вот нормально. Мы тут на параллельной крыше. Проверьте генератор, чё? Блять, я понял. Ну чё, парни, тут надо бегать еще, это деф, когда ты бегаешь. Вон там. Ладно, давай, наверное, милишник ты буду делать. Гриша, не деф. Не знаю, делайте, что делаете, я уже бегаю. Одну канистру таранил. Пидрывник, пидорвал пидрывника. Блять! Ну, не сей, там поворотом огня бы задать. А, вон доставить, вижу. Тихо-тихо, дядя, не застрели. Гриша, сзади. Не могу. Перезарядка, пулемет дал. Там за вот этим синим контейнером пиздец еще. Блять, Хантер. Ладно, я убил. Я как будто в последнюю канистру несу. Парни, там очень много вот здесь. На мою позицию кто-то может плюс один сюда? Я за борду. Я не могу пока. Ну, стремлюсь. Там спрыгнуть-то можешь? Я забафался с тимом, спрятал. Тут джаггер мимо меня пролетел, блядь. Нормально. Забор перерезают. Туда вот забор, да, барни, а? Нормально, ладно, не там. Ну, так уже все перепаяли. Они уже забраться не могут, смотри. О, смотри, отсюда идут. Ебать, там... Бустер, 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 парни, бэк! Бля, сколько? А, вон ТМ. Топор прикольный. Лидеров? Нет, топор. Бля! Сзади. Стим дам. Давай, наберешь. Я чё?
Мне показалось, что он генератор пытался нашёптать, блять. Не знаю. Он своими планами не поделился. Кстати, уходить надо. Погнали, уходим, погнали, уходим, погнали, все в ангар. Кто-то отстает, Федя, Федя, за Федей смотрите. Я нужно было патроны еще пополнить. Да здесь будут, идем. Да они сейчас столько же будут закрывать. Быстрее, быстрее. Тебучие, а че, Рилли, закройте нам ворота, блядь. У нас, у нас проблема, они не закрываются. Это... Попробуй. Здесь ничего нету, смотрим углы. Предлагаю бридж. О, я с аптечкой, мне нужен Гриша. Бридж тут есть. Я могу бридж, я хочу бридж. Я хочу бридж. За брагами. Я хочу. Да? Еще дефт альбом будет. Да, это только первый дефт был, да, я думаю, кстати, еще. Кстати, бридж, видно, что на этом бридже есть, вот. Здесь окно есть. Да ящики-то не откроешь. Ну, ящики, ящики. Заберите, наверное, аптечку. О, микропипегу я возьму. А че ты не возьмешь аптеку? Ладно. Да я себе сам смог бы отрезать, ну ладно. Многоствольный гранат. Ебать. Это как у этого, понял? Команда? Шварценеггер из команды, да. Ну, команда из Шварценеггера. Гранатомет надо вспомогательный. Ну он заебись. Мне не нужно, но вообще. Не, я микропипегу взял, там хорошая. Я дробер тут попробую. Как раз с шотганом нормально, но на средней дистанции. Там Патриков не было? В конце были. Mm-hmm. А что, ты не пополнил, когда мы были? Пополнил, пополнил. Я пошли туда, все. Чинить электрическую и панель. Куда тут, что-то? Ну, я не знаю, пробки вставил. А, вот, смотри, провода подсвечены. Что? Какие? До супер умный. До самых умных. Да, пыток. Вторую панель вон включи. Бля, ты так стоишь, что ты, ну, типа... Я вступаю в бой, короче. Не даешь мне шотгана стрелять. Ууу, давай, иди в бой, ты хотел биться. Помоги? Блин. А че, я на себя аптечку трачу? Отрезаю себе. Next. А че, всего 4, я думал 6. Ой. Да блять, как они заебывают. Найдите мне смену оружия, любую, пожалуйста. Ты с фамасом, да? Пиздец, говно, да, вероятно. Перезаряжается вообще невероятно, да. О, гранатомет. У всех спешл имеются? Я без спешла. Третье. Ну, бери трубу. То ну, нажми что, на тэп, не гони, где она. О. Бегу. Там это, автоматы-то включайте. Я мне бегу включаю. О, патроны здесь. Я не буду брать, возьмите аптечку. Ну, у меня один хп на мне. Я похилюсь. Ты хилил? Блядь, я... А как себя? 4 зажми. Там надо помогать идти. Что, разобрались? Да. Где последняя? Бля, я их не вижу на экране, честно, я вот... Бля, провода подсвечены? Нет. Не, ну, подсвечиваются обычно сейчас.
Не вижу нихуя, не-не-не. Последний остался. А, да, светятся, все, увидел, как они светятся. Ну такое себе свечение, конечно. Разрывные патроны официальные имба с шотганом. Я могу делать один выстрел разрывной дробью и тут же еще плюс один вставлять, понял? И тут же следующий делать. Незаконная шотган, комбинация. Не имба, его запас магазина, да? У него как панти однозарядная. Не, почему? У меня типа БНЛ 12 зарядный, нормально. Бля, иду помогать. Гриша отстал, Гриша отстал, Гриша отстал. Где-то крикун кричит. Блять. Нихуя ты, блядь, пожалуйста, выстрел. Ебашит, блядь, просто. Заебал. Ну чё такие здесь лаборатории, блядь? Вниз какой-то был? Там, внизу мы были. Нихуя вообще такие лабы в этом, ну, типа, на нефтеперерабатывающих. Типа проверяют пробы этих, ну, нефти или чё? Нет, тоже. Выглядит органично. Не то, что так, не, не говорю, что оно прям выливает, ну, просто. Что еще раз не то, что? Не то, чтобы я когда-нибудь был на нефтеперерабатывающем заводе, но выглядит органично. Мне лично. Обыскатель. А чё они зелёные? Это плохо, да? Конечно. Это их забафал челик, там ходит такой клоун голубой, блядь, в голубом костюме. Он их бафает, они, ну, они, короче, стычки тебя ваншотнут. Не подпуская их. Ебать, я ещё пробивной нашёл. Сколько мы пробивных на этой мапе нашли? Много, но это может быть не просто так. Взорвать завод, нахуй. Может, они просто подкрутили их количество. Мне кажется, из-за сложности просто третья, поэтому часто сыпят. Может, типа... Может, а, лестница была в начале, ёпт. Я, если чё, ключ-карту нашёл, иду туда. Арсюхи и Феди бы похилиться. Наверное, Арсюха сам себя хилит, я ещё Феди, надеюсь, набью. Я ключ-карту вставляю, жду вас. Я уже угорать начал. Ой, там страшная дверь. Я угорать начинаю! А чё за хуйня? Выходи, просто. Киньте нефтезавод. А, это типа на заводе что-то ёбнуло, да? Ему убирать начали? Блять. Это было больно. Вы что-то все кальяны, встаньте в одном месте, наверное, не? И сейчас трубу поднимает. Сфоткаю, блядь, чисто. Что-то я не ощутил хила. Мне кажется, оно не хилит, а оверхилит очевидным образом. У всех желтые хп появилось у меня. Хуже-то не стало, так что нормально. Ну и лучше-то не стало, так что похуй. Нормально. Кто ебашит? О, нихуя там на мосту, смотри, бля, арта работает. Ну, его, короче, надо это, да, депсим, ёбать. Ха, ебать, Богдан! Америка! Ты же Аризона, да, или где мы? Какая разница. Кто читал брифинг, блядь, описание миссии? Флорида, блядь. Не похоже, паль мало. Ничего, в Африке парень хватает, что там тоже Флорида, что ли? Да, я его окнопнули. Сейвите прогресс, я пошел сейвить Федю. Без уроков, идите, мы, ну, я в инвизе пробегу. Бля, как ты вообще... Ой, блядь, Федя. Мы это, в принципе, зажали, иначе не пить. Надо было сообщить об этом заранее.
Я думал, вы рядом где-то. По нам с минометов хуярли, мы просто бежали. Ну? Федя, ты тормозишь. Не, ладно, не буду. Пойдем. Там ёбает. Сука, пока думал. Ты дефибом его поднял, да? Только ему ебал. Ой, ну дефибом этим шокером. Кто его знает. Я подниму. Не прыгайте вниз, все, прыгайте, прыгайте за спиной. Мне повторять не придется. Я сел. Reaching charge set. Аптечку я беру, не трогать. О, аптечки. Кто? Много. О, Арсюху можно захилить. Давай Арсюху, да, Арсюх. Парни, пустер, парни! Бежим, ладно. Reloading. Anything worth a damn in here? Got something here. Птичек нет, только пипега. Кого-то не хватает снова, Гриша. Не растягивайтесь, пожалуйста. Я не смогу всем помочь. У нас на оборону минуту. Окей, давайте. Гриша успеет подойти. Федь, наверное, бридж не жалей. Да, да, я думаю, это уже ластовый. Только не вижу, где тут аптечки. Там Арсюха одну бричнул. Да, да, сейчас все сделаю. Аптечки не трогать. Одна есть. Вперед. Я тебя похилю. Подойди ко мне, Гриш. Там еще аптечка, заберите. Стой, 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 ну остановись на секунду. Так, я не вижу, где можно бричнуть. Да, блять. Не дергайся. Аптечку вон там возьмите себе. Я себе наформлю. Мне бы, наверное, шотган поменять на что-то. Ля, как-то. Защищайте мост. За миномет с левой кто-нибудь. Ну, бля, рано. А второй куда бьет? Вот второй хорошо бьет. Бля, у меня проблемы, пиздец. Давай, помоги. Дайте хилку кто-нибудь, похильте. Бегу к тебе навстречу. Очень долго еще. Спасибо. Блять, бегут, бегут, нахуй, на минометы идите. Ебать, там шайтан трубы пошло хорошо.
Сейчас, какой контейнер там прожигали, где? Ну вон, центр. Надо хватать сишку и что-то минировать ей. В нем сишки. Я знаю. Я не вижу в упор. Справа скример. Он по центру. А, поднять вижу, все, все, бегу. Бустер, как его называют? Бустер, да. Бустер, голубой бустер, да. Гей. Говоришь, иди под дымом забирай. Споты, конечно, неудобные, да. Ты референс на Left 4 Dead, на вот эту последнюю миссию во второй части с мостом или чё? Ой, они прорываются. А поворотом огня. Взрывчатку. Там их 6, я одну уже поставил. Я тоже одну поставил, одну подобрал. Я пока ворота дефну. Там еще есть сишка, бежать есть смысл? А, еще 3. Бегу. 4, еще время. Да тут явно сишки больше, чем надо ставить, сука. Там, по-моему, 8 зарядов ставить надо 6. Пятый поставил. Все, последний, у кого есть, так и бэкаем. Гриша подбирает. Мне Федя нужен, я к Феде двигаюсь, я похилю. Бля. Гришу надо поднять с Тимом. Бегу назад. А хуй, не пускают, на помощь. Не-не, стреляемся потом. Я в инвизе проскочу, тебя подниму. Я адреналин уже пол. Я бегу Гришу поднимать. Найс, заминировал себя в этапах. Поднял. Знаешь что, я еще раз хочу. Хамики еще и ушли красиво. Сразу видно, им не хватает вот этого челика, который этот... У Вольва отдельная должность была чувака, который вот эти вот мосты взрывающиеся, вот этот, когда трон в доте взрывается, понял? Он чисто вот эту анимацию делал. Типа ломание какой-то хуйни. Ну... Просто запердели нам экран, типа мы поверили, что там все взорвалось. Ага, сейчас.